Так, это Каструб, аэропорт Копенгагена, зона вылета, терминал 2. Вот внизу здесь стоечки регистрации. Я уже поднялась на второй этаж. И сейчас буду проходить контроль. Тоже здесь все очень понятно мне. Большой, ну, относительно большой такой аэропорт, конечно. 3 терминала. Я во втором терминале. Очень хорошо сейчас регистрируют. Там тоже только с багажом. Не знаю, хорошо, конечно, или нехорошо. Надо научиться пользоваться всеми этими штучками. Потому что так только с багажом теперь возле стоек регистрируют. А если без багажа, то так и сам. И все. Я иду в этот. Hello.